Талғат Олжас Айдосұлы, актер кукольного театра. Матей родом из семьи бродячих комедиантов. В 1797 году получил право на собственный показ спектаклей. В 1800-х годах был призван в австрийскую армию и вернулся к выступлениям лишь в 1820 году. В годы австрийского владычества, когда в театрах Чехии было запрещено исполнение пьес на родном языке, Матей Капецкий был одним из пропагандистов чешского языка. Юлис Фучик писал о нем: «Имя Матея Капецкого мы называем теперь среди имен знаменитых людей, прославивших чешское просвещение. Капецкий был не просто хорошим кукольником, а настоящим народным будителем». В репертуаре театра Матея Капецкого были обработки старинных сюжетов «Фауст», «Дон Жуан», «Геркулес» и другие, народных чешских сказаний «Оджих» и «Важенна», «Ян Гус», «Пан Франц из замка» и другие, пьесы Шекспира, Шейлок, Мольера, Тыла, Штапаненко, Клицперы, сатирические сценки, главным героем которых был добродушный и жизнерадостный Кашпарек. В 1862 году были изданы записи 61 пьесы из репертуара Матея Капецкого, и они стали классикой драматургии для кукольного театра. Композитор Сметана писал увертюры к пьесам Капецкого «Фауст», «Олджих» и «Баженна». Спасибо.